Салют, друзья, с вами Интересный и я Фикус. Ровно 2 года назад мы снимали аэротуннель. И мы вам обещали, что сделаем такой же, только в разы больше, просто гигантский аэротуннель. И сегодня настал тот день, когда мы это осуществим. Мы обещали, мы сделаем. Видео 24 часа челлендж Фикус Лэнди побеждает Дима К. И рандомно мы выбрали его комментарий. Поэтому, если ты хочешь, твое имя тоже блестело на нашей огромной кнопке Ютуба, пиши любейший комментарий внизу, ставь лайк и обязательно посмотри это видео полностью. Блин, нифига себе! Это просто нереальный вес. Он очень тяжелый, и у нас таких 2. А тут похоже на гигантский рулон стретч-пленки. Ого! Наверное, килограмм, наверное, 30. 28,5 килограмм. Возможно, для кого-то это мало, 28 килограмм, но я не Рэмбо. Хоть я, конечно, на тренажерный зал и ходил. Ой, что ты там ходил, что ты качал шею? Ходил. Мы решили посмотреть, насколько он широкий и немножко надуть. Может, хватит? А, ребята, смотрите, он по собственным весам просто прокручивается на месте и не катится за пленкой. А что ты рассказываешь, они лягусенькие, ты? Они тяжелые. Рэмбо. Посмотрите, сидит, короче, Билок ничего не подозревает. Сейчас попробуем его надуть. Видите, даже ничего делать не надо, оно само раскладывается без проблем. Я уже в предвкушении, хочу туда забраться. Представляете, насколько там внутри сейчас классно. Там стерильно, тепло. Ого! Больше всего мы боимся ветра, потому что он потом неуправляемый. Ты какой-то зомби, блин. Я боюсь представить, что будет завтра, если оно летает сегодня. Прикиньте. Я открыл в себе новые способности левитации. Ничего себе! У-ху-ху. Офигеть! И это только 50 метров и толще. Это еще не 50, это еще 50, это если это размотать. Офигеть! Мы проложили дорогу через поле. Самая главная фишка сегодняшнего вот этого всего эксперимента — это наша локация, потому что у нас просто не просто будет тоннель, у нас будет тоннель, такой тоннель-лабиринт вот с такими разными кандибоберами. Вон, видите, вот так между соснами пошло, и тут у нас будет все вот так вот. И это должно выглядеть, знаете, так футуристически, знаете, как у людей будущего. Друзья, сейчас такой эксперимент будет. Я хочу, чтобы аэрочеловек махал на моей машине. Понимаете? То есть я ехал, а там этот аэрочеловек вот так вот. Блин, реально, Фикус говорит, что будет сносить. Вот, я хочу это увидеть. Гол! Все, хватит заниматься ерундой, будем делать тоннель. Ну что, сейчас будет красота. Включай. Ребята, посмотрите, как оно надувается. Боже, это же какие-то гигантские. Смотри, как там внутри уже.
А таких у нас помещений получается тьма. Посмотрите, какой она на заломах. Здесь словно шторка или дверь. Прикинь, так ручки так пьюк, и прошел. Пьюк, и не прикольно, прошел. Как будто другая комната. Просто необъятно. Мы не можем дойти до входа уже. Последний глоток воздуха вне нашей капсулы. Друзья, мы внутри. Как тут эпично, блин. Как тут круто. Блин, тут реально так эпично. И реально, кстати, тут можно не пригинаться. Где-то забежал Билык, надо его найти. Представляете, Билык не испугался, забежал. О, фикус. Блин, тут может быть деревьями. Тут можно заблудиться. Шишки есть. Шишки. Ох, офигеть. Вот это лифт. Где же фикус? Резкий поворот. И мотор ревет. Добрый день! Помнишь меня? Смотрите, короче, я здесь, а он там. Сосед! А знаете, что самое увлекательное? Это то, что и в дождь, и в стужу, и когда снег идет, вы можете здесь ходить такие по лесопосадке и искать грибы. Друзья, хотели бы вы побывать в таком тоннеле и погулять здесь? Если да, обязательно поставьте пальчик вверх внизу под видео. Вот это ровно экватор нашей космической станции. Да. Это середина. Здесь у нас отметка 50 метров. Да, мы тут шили. И здесь отдыхаем, когда устанем. Билык, веди нас. Веди. Скажи, куда нам идти? Веди нас, Моисей. Кстати, в далеком-далеком будущем, когда на планете не останется кислорода, вот такие вот капсулы будут стоять вот в таких вот местах, чтобы люди ходили и смотрели, что такое деревья. Действительно, природа. Смотрите, как можно дотронуться, и при том, что мы здесь. Да, а мы такие а-ля герметичном помещении находимся, проводим экскурсию. Походу, Белый кофе здесь нравится. Пойдем, пойдем, товарищ, иди, проходите дальше. Молодой человек, пройдите дальше. Вы что, я же не одет. А здесь у нас такая некая шторочка, дверочка. Вот, проходите, покажем, что дальше. О, тут прямая очередная. Билык! Сзади, где обещанные грибы? Грибы сейчас найду под любым деревом. Где? Вон, смотри, вот, вот, смотрите, гриб. Два гриба. Я нашел съедобные грибы. Где? По крайней мере, я на это надеюсь. Герметичность нарушена, надо скотч. Смотри, какие красавцы. Я обещал, я нашел. Вот мотор, который все это крутит, надувает. Блин, насколько длинный этот туннель, это просто капец. Мне вообще нравится, что здесь на любой стене тебе подушка. Ребята, пошел дождь. У фикуса, короче, больная фантазия, что-то он там решил, короче. Надо, походу, ему психологу, по идее. Фикус, что ты рисуешь? Иллюминаторы. Иллюминаторы, представляете? Земля в иллюминаторе видна. Кто там в нашем туннеле? Единственное, что тут реально стрёмно. А прикинь, как здесь ночью. Ребята, вы хотите, чтобы мы сняли тут 24 часа? Прям посреди лесопосадки в этом аэротуннеле. Если вы хотите, чтобы мы здесь переночевали, напишите об этом в комментариях, обязательно поставьте лайк. Друзья, опустился такой дождь, прям дождь. А нам все равно, Просто ливень. Не боимся мы дождя и дождя. Посмотрите, какой ливень, послушайте.
Слышите, какой дождь? Так красиво, как звездопад. Главное, что нам вообще ничего не страшно. Представьте, там дождяра. Я уже хочу здесь ночевать, потому что здесь не страшно ничего. Вообще, ни дождь, ни холод. Может, мы придумаем как-то подтопить наш, конечно, ну, он очень большой аэротуннель, но, может, что-то придумаем. А вот здесь у меня возникает чувство, знаешь, в оранжерее, только наоборот. Вот обычно ты приходишь в такую большую стеклянную теплицу, там много растений. А тут, наоборот, ты в теплице, а растения снаружи смотрят на тебя. Друзья, тоннель получился просто бомбезным. Я уже жду не дождусь, чтобы провести здесь ночь, потому что он настолько большой, что там по-любому будет страшно. Так что если вы хотите, чтобы мы провели там 24 часа челлендж, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий внизу. Кстати, не забывайте, что ваше имя может попасть на наш FikusLand. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за просмотр. Всем пока! Till you entered my